Один из старейших предсезонных хоккейных турниров в России, мемориал летчика и космонавта Павла Беляева, в одночасье помолодел. Теперь в нем принимают участие команды молодежной хоккейной лиги. Турнир международный, в нем участвуют команды из Риги. Одно из главных впечатлений латвийских молодых хоккеистов в первый день турнира – встреча с космонавтами, которых вот так запросто в Латвии не встретишь. В Латвии их нету, я не знаю, но в Латвии нету космонавтов. Ну, все равно второй год приезжаем сюда, как бы с нормальными эмоциями положительными, то есть нам здесь все устраивает. Помимо команды из Риги и Череповецкого «Алмаза» в турнире участвуют еще три команды МХЛ – петербургские «Серебряные львы», а также подмосковные ХК МВД и «Атланты». Череповец представлен еще одной командой – это «Северсталь» 94-95. В обеих наших командах кандидаты на место в составе «Алмаза» уже в чемпионате МХЛ. Так что все стремятся себя проявить с лучшей стороны, даже те, кто был лидером «Алмаза» в прошлом сезоне. В воскресенье в центральном матче третьего игрового дня победный гол «Алмаза» в ворота «Атлантов» записал на свой счет Виталий Попов. Этот форвард еще в прошлом сезоне дебютировал в составе «Северстали», но этим летом на сборы главной хоккейной команды города не попал. Нет, не разочарование. У меня была травма серьезная. Я долгое время не тренировался. И, ну, возможно, из-за этого как бы не попал ни на сбор. Работаю, восстанавливаюсь после травмы. Ну, возможно, шансы есть всегда, как бы. Если буду себя хорошо проявлять, так они по-любому появятся. В трех турах «Алмаз» одержал три победы. Помимо «Атлантов» были обыграны «Серебряные львы» со счетом 5-3, а в стартовой встрече повержен ХК «Рига» 3-2. Впереди еще два тура, которые будут сыграны 7 и 8 августа. В последнем матче турнира, кстати, череповецкие команды сыграют между собой.